Услуги эвакуатора в Тольятти. Круглосуточная эвакуация грузовых и легковых автомобилей. Телефон 740-911. На территории Ставропольского района в селе Тимофеевка произошла массовая авария, в которой пострадали люди. Как стало известно, водитель Kia двигался со стороны улицы Льва Толстого, а Дацун и Веста со стороны обводного шоссе. Водитель Kia, превысив скорость, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с трактором, владелец которого совершал маневр поворота. После удара автомобиль Kia продолжил движение и столкнулся с Вестой и Дацуном. По предварительной информации, в ЧП пострадали 3 человека. В карете реанимации. Все они были экстренно доставлены в ближайшее лечебное учреждение. В настоящее время пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Автомобили получили серьезные механические повреждения. На месте аварии был разлив топлива. Последствия устраняли сотрудники МЧС. В массовой аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД. Момент дорожно-транспортного происшествия на улице Коммунистической попал на камеру видеорегистратора. Владелец ВАЗ-2104 забыл поставить машину на ручник. Она покатилась по склону вниз и врезалась в иномарку. Паркуя свои автомобили, будьте предельно внимательны во избежание подобных случаев. Поймали на взятке. В Самарской области задержали мужчину, который предложил сотруднику таможни взятку в размере 150 тысяч рублей. За эту сумму взяткодатель хотел избежать наказания за незаконно ввезенную коммерческую партию одежды, обуви и парфюмерии. Мужчина предложил руководителю отдела контроля за ввозом и оборотом товаров за денежное вознаграждение не составлять протокол об административном правонарушении. О противоправном действии сотрудник таможни сообщил в отдел по противодействию коррупции. Во время передачи денежных средств взяткодатель был задержан. За данное преступление ему грозит уголовная ответственность. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность члена преступной группы, который специализировался на поставках реагентов для изготовления наркотических средств с их последующим сбытом в особо крупных размерах. Гражданина задержали с поличным в момент производства наркотика. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято наркотическое средство общей массы более 20 килограммов, а также лабораторное оборудование и химические реактивы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228, часть 1. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.